Всем привет, вы на канале Crypto Crazy Man. В этом видеообзоре хотел бы рассказать о всем известной бирже Binance. Как здесь можно будет до нового года заработать и не только без вложений за очень простые действия. Итак, тут есть Binance Академия. Здесь происходят ивенты на раздачу криптовалюты. Вы выполняете некий тест и тем самым вас вознаграждают. Завтра будет раздача, то есть 7 числа в 11 часов по Киеву. Итак, вы завтра зайдете в Binance Академию, вот в эту, где-то без 5 минут, без 10 минут, потому что иногда эти тесты появляются заранее, и нужно успеть в первых рядах пройти эти тесты. Эти тесты будут ближе к раздаче, я опубликую у себя в телеграм-канале правильные ответы. Там будет BNB, BUSD раздаваться, Pulix и Algo. Также здесь есть новогодние ивенты. Заходим на главную страницу и каждый день забираем подарки. Ссылка будет в описании. Проще будет зайти, конечно, с телефона. Если, конечно, у вас есть это приложение, потому что здесь еще нету, чтобы забирать, допустим, там раз в неделю, раз в 4 дня бокс с вознаграждением BUSD. У каждого оно, конечно, по-разному. Итак, тут можно еще будет заработать на игре, как тут пишется, до 1 биткоина. Сейчас вам продемонстрирую данную игру. Вот у нас есть одна попытка перейти в режим для одного гравца. Это из рода Пакмена. Только мы бегаем тут свинюшкой. И когда мы собираем желтую штучку, нам эти динозаврики не помеха. Мы должны здесь продержаться 5 минут. Чтобы попасть в эту самую раздачу. Не будем далеко заходить, будем возле этой желтой штучки держаться, чтобы нас не зажали. Продержаться тут, конечно, довольно-таки сложно. Пробовал, у меня не получалось, но это вполне реально. О, как мы можем видеть, оно обновляется. Постоим, подождем, ведь нам важно, чтобы мы здесь продержались как можно дольше. То есть я на подготове возьму эту желтую штучку, не обязательно бегать. Вот я только что нашел тактику, вы можете ею тоже пользоваться. Надо менять дислокацию. Мне кажется, это все обновляется после того, как мы соберем эти все желтенькие кружочки. Поэтому желательно не пропускать их. Ух, как мне уж повезло увернуться, конечно, от них. Я думаю, это уже все. Итак, нам надо собрать две штучки. После того, как мы собираем все, то, как вы могли видеть, оно обновляется все заново, и мы можем воспользоваться неким таким шансом, чтобы нас не достали. Ах, друзья, не хватило 42 секунды. Ну ничего, я собрал свои баллы, 5000. Да, не продержался 5 минут. Ну, как мы можем видеть, тут написано: «Вітаємо, ви набрали необхідну кількість балів і отримали одну частку призового фонду». Как я понял, призовой фонд в 1 биткоин. Также мы можем приглашать друзей и играть вместе с ними. То есть, если вам заинтересует данная игра, данная раздача, вы сможете мне написать на почту, и мы сможем вместе с вами поиграть. И все, попытки мы на этот день исчерпали. Также, чтобы здесь, в этих всех раздачах, в конкурсах, в играх и тому прочее участвовать,
вам нужна обязательно верификация. То есть, в принципе, вы можете успеть до завтра пройти верификацию. Если же нет, это не первая раздача в Binance Academy, в котором можно получать криптовалюту бесплатно просто за то, что вы прошли тесты. Мне много раз удавалось зарабатывать в 10 различных раздачах. Главное заранее пройти. Итак, после того, как вы зарегистрировались, верификацию можно пройти и здесь, в третьем разделе сверху. Идентификация. Верификация, как и везде, она не сложная. Binance Academy проводится очень часто. Оно будет как через неделю, через 2 недели, через 3, но оно обязательно будет. И это будет неплохой старт для вашего на Binance крипто кошелька без вложений. Вот такое вот короткое видео получилось, дорогие друзья. Поэтому подписываемся на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать вот такие вот видео. Подписывайтесь на телеграм-канал, ведь там будет выходить множество всяких аирдропов, вайтлистов и других фишечек. И дополнение, конечно же, к видео, что я не досказал, либо появились какие-то новые правила. А для тех, кто уже заверифицирован, ответы я скину в телеграм-канал за час где-то до раздачи на Binance Academy. Всем до скорых встреч!